Вот, а мы пока будем с вами начинать, не знаю, поиграем, посмотрим, понравится, не понравится в игру Dead Rising. Dead Rising это охуенная игра на самом деле. Но она, по крайней мере, была охуенной, когда был 2007 или 2008 год, когда я в нее играл еще на Xbox 360. Мне было мало лет, и мне было весело и задорно. Короче, игра была крутая. Вот, как сейчас она поведет себя, я абсолютно не знаю. Надеюсь, что все будет хорошо. Вот, давайте начинать Dead Rising. Вот даже нам тут новая игра, режим 72 часа. Суть в чем? Заготовленный. А, блин, ну это печалька, печалька, да. Очень жаль, на самом деле, потому что я бы хотел этот трек использовать под конец своих роликов на YouTube. Ладно, я его буду включать на Твиче в самом начале, каждый раз, чтобы ты смущался. Кстати, кто не знает, кто пропустил, потом как-нибудь посмотрите начало стрима, послушайте песенку. Вот такая песня. Это записала специально Снежа для канала. Вот, да. Вот, короче. Игра, режим 72 часа. В течение 72 часов нам нужно, играя за репортера, скажем так, выжить. Для суперсекретной концовки нам нужно не просто выжить, нам нужно еще и разобраться в том, что здесь происходит. Но это уже, я не знаю, будем ли мы это делать. Нам бы, в принципе, просто ее пройти. Вот, поэтому режим 72 часа, новая игра. 19 сентября, 11:27. Очень мне нравится, что тут русские субтитры. Насколько я помню, когда я играл в нее на Xbox, она была только на английском языке. Напиши. Ах, какая охрененная графика. К сожалению, конечно, она устарела уже на наше время, но... Она до сих пор крутая, эта игра. Я, по крайней мере, надеюсь. Эй, дружище! Ну, помню, ты хотел что-то там расследовать для репортажа. Так, точно. Мне сообщили, что там творится нечто серьезное. В этом забытом богом городе. По ящику про него не рассказывают ни слова. Да, что ж, дружище, я фрилансер. Мне платят не за то, что я жду. Когда там что-то... Там, видимо, он сам, короче, летит к репортажам, а не репортажи летят к нему. Вот, как-то типа того. Ну, вот и вот. Уильямин Каралада. Население 53 594 человека. Главная достопримечательность ни хрена нет. Блин, ну вообще-то этот город в два раза больше, чем мой. В этом городе только и остается делать, что убивать время в торговом центре. Окей. Сделаю поближе микрофон, чтобы было лучше слышно, чтобы мне не приходилось громко кричать, и чтобы вас было замечательно слышно. Это что, военные? Похоже, мы не зря прилетели на вертолете. Готов спорить, они уже перекрыли все дороги из города. Так, слушай. Я хочу нащелкать снимков в городе, пока Национальная гвардия его совсем не перекрыла. Полетели к главной улице. Вот так вот. Так, нужно делать снимки. Это я помню. Так, а как их делать-то? Ага. Вот, нет жанра. Так, погоди, погоди. Снимка отдалить. А, отдалить. Так, нам нужны хорошие кадры. Вот типа такого. Опа. Жестокость, неплохо. Так, теперь вот так. Отлично, жестокость, хорошо. Мы, кстати, за эти фотографии получаем очки опыта. О, видите, неплохо. Ну, одинаковые кадры делать не стоит, потому что очков за них уже, к сожалению, не дают. Вот. А если мы сделаем вот так? Тын-тын-тын, хорошо, жестокость, отлично. Уцепили все в одном кадре. Хорошо.
Это, правда, единственное, что я сейчас помню. Ты нащелкать собираешься, нет? А, конечно. Вообще, как бы я уже нащелкал тут. А вот, жестокость, отлично. А, вон, они его жрут, жрут. Отлично, 208, 238 айшотчиков. Так, все, сейчас они его будут херачить. Так, давай. Вот так. Нихуя себе, да только глянь, посмотри на этих людей. Да что ж тут, блядь, происходит? А, зба-покалипсис? Что ж тут происходит? Так, ну, вроде все мы наделали. Да понятия не имею, но одно ясно. Что там не творилось, в городе происходит что-то очень странное. Что-то очень странное. Что-то мега странное. Так. Ну давай пофотаем этот автобус. Отлично, просто жара. Вот это на заставку надо ставить. Я вообще, внутри меня просто умер фотограф. Давайте сфотаем этого одинокого бомжа. Особо очков это нам не даст, но почему бы и нет? Кстати, отдельные фотографии мы потом сможем сохранять у себя в фотопленке. Вот, и отдельные эти фотографии, по-моему, просто будут добавляться, ну, типа, в галерею, чтобы их потом просматривать. Может быть, раньше там была какая-то система обмена фотографиями, типа, знаете, в онлайне, там, в Xbox Live, типа, повыпендриваться, кто же, сука, круче вас всех сделал самый охеренный кадр. Вот. Да. Воу, где это было? Твою мать. Да, я это даже сфотаю. Жестокость, отлично. Ага. Я, кстати, не помню. Мы только лишь с помощью фотоаппарата можем зарабатывать опыт. Или нет? Вообще не помню. Играть, кстати, мы с вами будем не особо так уж, чтобы прям долго. Так, сейчас тут, по-моему, кто-то на крыше, вот я вроде бы... Опускайся, надо глянуть на вон то здание. А? Где? Да вот под нами. Да. Вот, да-да-да, нам надо это сфотать, как оно упадет. Или он. Сейчас. Вот так. Отлично, драма. Так, главное не профукать сейчас момент, когда она будет падать. А она будет падать. Уж поверьте мне. По-моему, это нам добавит очков драматичности. Так, вот сейчас. Сейчас будет. На, сука! Лови в хребет, падаль. Так, вот тоже неплохо. Так. Идеально, жестокость. Тысячу очков. Тысяча. Почти 1000 очков. Ну, 900, ладно. Вот такой я супер гениальный фотограф. Теперь я, кстати, могу делать вот так бровками. Вы будете видеть, что с ними что-то не так. Потому что они какие-то кривые. Потому что новая камера. И моя хлебала слишком близко, наверное, к камере. Но я даже не знаю. Вот, собственно, место действия на последующее прохождение игры. Сможешь высадить меня на крыше того торгового центра? Ты чё, шутишь, что ли? А, ты рехнулся. А, ладно, слушай, не забудь за мной вернуться. Если выживешь, то вернусь, Фред. Я Фрэнк. Фрэнк Уэст. Запомни мое имя, потому что через 3 дня его будет знать весь мир. Ладно, ладно. Воу, ёб твою мать. Да, нам надо будет его потом, по-моему, кстати, найти, этот ящичек. Одно из заданий. Ну ничего, первый день как бы он будет такой, несложный. Так, давай сажай нас на ту крышу. О, чую, мне за эту голову оторвут.
мы падаем. Почти Макс Пейн. Такой не до Макс Пейн с фотоаппаратом. Здорово. Ты ведь журналист, верно? Ты здесь один? Ну, да, я фрилансер. Я, ну, всегда иду на поле боя один, без команды. Так, что тут творится? Ты же на вертолете сюда прилетел. И что ты увидел сверху? Ну? Если бы это был бунт, то попытки утаить информацию выглядят слишком чрезмерными, на мой взгляд. А я еще одного никак понять не могу. Судя по шуму, это не народные гуляния. Слишком все тихо. Как будто все уже мертвы. Ага. Так, давай, объясни мне, что уже здесь происходит? Что случилось? Думаю, тебе лучше будет увидеть все своими глазами. Это, друг мой, сущий ад. Сущий адище, блять. Просто адище, ёб твою мать. Идеальный косплеер. 19 сентября, 12 часов. Так, время. Фрэнк должен быть на вертолетной площадке в 12.00 22 числа, иначе его бросят в торговом центре. В процессе игры не забывайте просматривать на часы. Так, посмотри часы на стрелочку влево. Стрелочка влево, хорошо, у нас первый уровень. Первый уровень. Мы поговорим с тобой. Похоже, ты единственный журналист, который сюда добрался. Мне уже не терпится увидеть фотографии. Ну да, конечно. Не терпится ему увидеть фотографии. Короче, да, наш главный герой еще не знает, что здесь происходит. И, кстати, это единственное безопасное место. Сохранение. Вы можете сохранить игру в местах, отмеченных как S, такие как диван в комнате охраны или туалеты в торговом центре. Диван в комнате охраны и общественный туалет. Это да, это хорошо. Вы можете сохранять игру, да-да. Сохранимся, ведь так много очков заработали на самом деле. Так, игра успешно сохранена. Так, ну и чё? Нам надо идти куда-то вот сюда. Так. Я уже совсем не помню, если честно. Так, я помню, что здесь где-то будет сразу какая-то парочка. Вот здесь, кстати, у нас будут, скажем так, места, где будут все выжившие, короче, находиться, которых мы спасем и приведем сюда. Чем больше мы их найдем, чем больше мы их спасем, тем будет лучше, по идее, концовка. Ну, Йона мы уже точно не спасем. Ей точно уже кранты. Царствие тебе небесное. Что за фигня? Что за фигня? А вот такая вот фигня, ребята. Так. Я вообще не помню, если честно, ни хрена, как отсюда выбираться. По-моему, куда-то сюда нам надо. Так, это фототь. Это быстро фототь. Так, как бежать? Так, это предметы. По-моему, мне надо новый джойстик, потому что... Потому что что-то у меня не заладилось с левым верхним шифтом. Так, а я точно тем путем пошел? По-моему, я пошел немного не тем путем. А нет, все правильно, все верно. Потом эту дверь сейчас заварит, по-моему. Завалит. Эй, тащись это сюда.
Да, что-то совсем не нажимается. Видимо, я его сломал, когда последний раз играл в Dark Souls. Эй, хорош дурака валять. О нет, вы мою малышку не видели? Я не могу жить без моего любимого песика. Ох, тише, моя погода, куда это делать? Я ненавижу эту бабку перманентно. Сами узнаете, почему сейчас. Ох, здорово, цыпочка. Цыпулечка, красотулечка. Эй, сынок, сейчас не время на красивых тёлок разглядывать. Хочешь, чтоб тебя зомби сожрали живьём? Ты свои глаза-то видел? Что? Ты сейчас сказал зомби? Да ты там, туда глянь. Если это не зомби, то как прикажешь их называть? Ну, типа да, типа это... Со вчерашнего вечера. Теперь там только они остались. Нести хорошая новость. Зомби, медлительные, тупые. Здесь мы будем в безопасности. Ну что ж, хочешь принести людям пользу? Пройдись по другому центру и тащи сюда все, что пригодится для баррикады. Андале, вперед, пронто! Фродо? Так, вот эта тупая бабка, я бы ее прямо сейчас запинал. Честное слово, вот я вам прям отвечаю. Так, тот Брайан, здорово, мужики. Так, тут кто-то плачет, кто-то орет. А, я не помню ни хера, честно. Куда идти? Что-то как я как дебил пробежался по кругу и ничего не понял. А, ага, а это у нас... Этот shift отвечает за выбор, да, предметов. Окей. И это тоже отвечает за выбор предметов. Хорошо, сейчас нам просто... А, дедан. Ебанутый дедок. Эй, ты! А ну-ка, стой на месте! Ты хоть понимаешь, что ты сделан? Зачем ты позвал меня сюда? Что ты задумал? Можешь успокоишься, я вообще не понимаю, о чем ты говоришь. Эй, блять. Сука. Щенок, блядь. Что за... Здравствуй, Рэймоу. Здорово, дружище. Магуальна моя, Магуальна. Что ты делаешь? А ну перестань. Да, детка, держись, я спасу тебя, детка. Детка зомби уже, блядь. Сука. Магуальна. Магуальна. Мадуэльна! Ой, Мадуэльна! Ой, тупая старая пизда, блядь. Я не оставлю бабку. Бюджетный Якубович. Народ, чего тут творили? Бегите! Скорее, живо туда! Ну-ка все, бегите туда, скорее, к лестнице! Шевелись! О, да, мать твою. Это ёбаная огромная толпа зомби, блять. Так, и нам надо обороняться. Возьмём-ка этого дерьма, так, РТ. Так, РТ это вот это, X это борцок. Ага. Так, предмет, спрятать предмет, выбросить предмет, ЛБ, РБ сменить. Ага. Так, погоди, погибло. Так, погибло. Так, спокойно, спокойно. Ну а сука, блять. Ой-о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 й
пизда. Так, нам пизда. Все погибли, блядь. Да как бить-то там? Что делать-то? Я уже не помню. Алло. Блядь, я не помню, что делать-то. Пиздец, нахуй. По-моему, надо было влево-вправо стиком хуярить. А, это на случай, если ты сдохнешь? Ты спас меня? Thanks. Спасибо. Looks а чё, так и можно было, да? Похоже, за мной должок будет. Чё, серьёзно? Так можно было? What the fuck? What the fuck? Какого сука хуя?
Я вообще так не помню, чтобы происходило. Вот это да. Я всегда бежал просто. Ты что делаешь? Вентиляция. Так, мы попадем обратно в торговый центр. И похоже, эти твари слишком тупые, чтобы лазить по вентиляции. Так что они не помешают. Погоди-ка. Ты что, хочешь вернуться туда? Зачем? Эй! Эй! Огнемет всегда зайдет. Хороший фотик. Так ты чё, фотограф? Ну, вообще-то да. Фрэнк Уэст, фоторепортер. Покажешь мне какие-нибудь снимки, Фрэнк? Ха. Ну да, погляди на мои снимулечки. Лампопулечки. Да похоже, ты разбираешься, что делаешь. Ребята, вы вообще кто такие? И что вы... Я сделал этот снимок у входа. Он что-то натворил? Не. Но спасибо, что показал снимок. Я что-то не помню, там с этим дедом что-то связано. Эй, мы еще не закончили разговор. Да кто вы такие? Я Джесси. Мужчина, которого ты недавно видел, Брэд. Это все, что я могу тебе сказать. До свидания. Так, время до прибытия вертолета 71 час. Здорово, Дидан. Ты же не собираешься возвращаться в торговый центр, правда? Я бы на твоем месте и не стал. Так, хотя бы возьми рацию и карту, тоже не забудь. Так, спасибо. Получили карту торгового центра и рацию. Так, как смотреть на карту торгового центра? Вот так смотреть на карту торгового центра. Я предлагаю пойти. Нафиг. И сохраниться немножечко. Для начала давайте сохранимся. Для начала. К сожалению, тех было не спасти. И честно, я прям не помню, чтобы здесь можно было вот так вот погибнуть. Сюда какая-то ересь. Вообще, честно. Ну, при зомби-апокалипсисе, я думаю, все нервные рыбу. Ну тут вообще все запутано. Тут, я говорю, тут прям на уровне, блин, Silent Hill какого-нибудь. Забубенное, все такое сложное, запутанное. Тут все какие-то там заговоры там, опять прочее говно. Короче, все не так просто, как кажется на первый взгляд. Поэтому первую часть я больше всего люблю. Вторая и дальнейшие части, они уже... такое, знаете, такое себе вообще. Эй, everybody around? Эй, здорово, Джефф. Эй, Джефф. Алло. Вы не видели мою жену Натали? Она должна была быть где-то здесь. Чувак, я бы на твоем месте не открывал бы это говно. Так, да, кстати, тут можно стеллажом всех отпиздить. Мистер! Натали. Натали. Ты скажи. Зачем тебя я сфотографировал? Натали, здесь слишком опасно, идем за мной. Теперь идет за вами. Сопровождение выживших. RTY, установите метку цели. Позвать выжившего Y. Follow me. Так, надо вот этого быстрее. То сейчас, я помню, там зомбари должны будут... Так. Так, сейчас воссоединение их надо сфотографировать. Опа! 10 000 очков! Это шедевр! Это шедевр! Так, ребят, потом попиздите. Пойдем-ка... Камон! Алло? А, я, кстати, думал... Про тебя шоки.
Просто так, послушайте, я привык трогательную сцену, ладно. Здесь небезопасно, но я знаю одно место. Отведу вас в комнату охраны, следуйте за мной. Так, так, все, пошли. Уровень. Новый уровень. А свой новый прием. Так, очки П. Очки престижа выдаются за различные действия, например, сопровождение выживших и уничтожение зомби. Фрэнк получает новый уровень, когда шкала УП заполняется. Так, атака увеличивает силу атаки, скорость увеличивает скорость бега, здоровье увеличивает максимальное здоровье инвертаря, увеличивает размер инвертаря, бросок увеличивает дистанцию броска. Освоен новый прием. Так, открывать новый прием. Ну, пошли, типа... Так, спасибо за помощь, я перед вами в долгу. Так, сопровождение выполнено. Ёпты. Вот так вот. Певец от бога вообще. Так, Натали, ну-ка пойдем. Ну-ка, блядь. Больше никогда в жизни не зайду в торговый центр, мне за этого за глаза хватит. Ну и так, ёпты. Так, все, двоих спасли и получили мы с вами второй уровень. Теперь у нас третий уровень. Теперь мы осваиваем новые приемы. И как прокачиваться, я нихера абсолютно не помню. Фотогалерея состояния. Так, навыки. Так, удар в прыжке. Позволяет наносить удары ногой в прыжке. Так, верхом. Позволяет забраться на невнимательных зомби. Можно даже ходить прямо по головам зомби. Хорошо. А как прокачиваться? Я, если честно, не помню вообще, как прокачиваться. Ну да, и хрен с ним. Сейчас мы будем бить ебало зомбарем. Давай, уходи, блядь. А, погоди. Так. Эй, Отис из охраны. Дай-ка я тебе расскажу, что у нас тут и где, чтобы ты лучше ориентировался. В другую сторону складов будет зал райский. Там куча магазинов, ресторанов, спорттовары, книги и тому подобное. Комплекс здоровый, так что тебе приспичит полезно та-та-та-та-ра-па-па. Короче, здесь, я помню, еще есть какие-то книжки, с которыми ты бегаешь, и типа... короче, они повышают твои навыки там, все такое. Потом здесь можно готовить, комбинировать. Там какие-то там всякие у тебя супер пробиваемые слюни становятся. Ты там, короче, плюешь в них, короче, и они умирают. Типа того, да. Зомби, значит, а? У меня было чувство, что вы объявитесь. А это не зомби. Ладно, не буду спойлерить. Для тех, кто не знает, кстати. О, господи, это ты. Я не играл в такую игру, Рейнбоу. Эй, не подкрадывайся ко мне. На Брэда напали, и я видела его на мониторе. О, небось, просто растяжение связки. Нужно помочь Брэду, иначе он погибнет. Ладно, слушай, дай мне свой пистолет. Давай, это моя вина, что ты ушиблась. Дай мне помочь. Нет, нельзя использовать гражданских. Это против всех правил. Ну да, авторы этих правил думали про кучу зомби в торговом центре, когда их писали. Умеешь им пользоваться? Ну, типа того. Я, между прочим, военные репортажи делал. Бьяч. Так, когда я закончу тебе помогать, мы с тобой вместе сядем и хорошенько поговорим. Ну, типа логично, как бы, хорошенько сесть и поговорить. Так, активно. Вот это у нас, короче, список дел, которые мы должны открыть за весь день. Мы, конечно, можем их и не открыть, если мы просто будем бегать и нихуя не делать. Вот, но при этом мы должны... за определенный, короче, промежуток времени успеть открыть это дело. Вот. И найти, конечно же, где это находится в этом огромном торговом центре. Собственно, в этом и состоит прелесть первой части. Она охуенно крутая.
Здесь тебя, конечно же, торопят. Здесь тебе дают полную свободу действий, но при этом тебя торопят очень сильно. То есть ты просто, ну вот, типа, вот только в такие моменты ты можешь спокойно поговорить, потому что, типа, пауза в игре стоит. Но, короче, в другие моменты у тебя постоянно идет время. Ну, типа, как в реальном времени. И тебя нет, короче, времени просто подумать там. Тебе надо быстро бежать, потому что там тебе надо спасти выживших, потому что тебе там по рации кричат, что нашли выживших. Тебе надо срочно бежать. Но в это же время, короче, тебе там через 10 минут, например, будет срочное активное задание, на которое тебя посылают, ну, которое там важное для сюжета. И типа ты выбираешь либо спасти, короче, этих челиков, попробовать и успеть. Но рискнуть, да, при этом и не успеть на сюжетную там какую-то главную миссию, и ты просрешь и не поймешь, что вообще здесь происходит. Либо же попробовать уже их спасти, и при этом как-нибудь выебнуться и быстренько побежать туда, там при этом скрафтить какое-нибудь зелье быстрого бега, короче, и быстренько... Вот, короче, вот так вот. Такая крутая игра. Вот, да. В окне дела собраны подсказки, проливающие свет на инцидент. Когда вы столкнетесь с ключевым событием, появится новое окно дела, и еще на шаг приблизив вас к истине. Вы можете ознакомиться с текущим состоянием дел с помощью пункта «Архив дел», меню паузы на кнопку «Старт». Когда все окна дел будут заполнены, откроется истина об инциденте. Вот так вот. Но нам нужно, к сожалению, бежать. Кстати, да, мы с помощью часов можем... Кстати, мы пока не можем добивать челиков. С помощью часов нам тут будет добавляться всякая хрень, и мы, ну, можем вот так вот стрелку, короче, выбирать, куда нам бежать. Так, пока зомбарей я не вижу смысла убивать, потому что они, сука, слишком сильные. Да-да-да-да-да, пошли нахуй. Так. Так. Давай сразу. А, мы, по-моему... Вот так можем сделать. Какой милый зомби. Эх, вспоминаю старые прикольчики. Так, пошел нахуй, пидор зомби. Сука, тварь. Так, блин, я не помню, а где он? По-моему, где-то там на стел... Или подожди... А, нет. Подожди... О, рука, сука, дай руку, мразь. Руку, сука, отдал, блядь. А ты жри ее, блядь, мразь, нахуй. Козел. Так, спокойно, спокойно. Не тратим, короче, наше время впустую, а просто идем. Идем вперед. Если честно, я не помню, но тут где-то, короче, должен быть магазин. Магазин техники. Ой, магазин, короче, этих древних всякого говна. Тут, короче, катану можно будет взять. Можно будет взять топор там какой-то супер боевой. Но сейчас мы пока что возьмем... Что это... В принципе, что это, косилка. Но она их должна резать хорошо, да? Да, вот так вот, отлично. Так, а где газонокосилка? Где-то тут была очень хорошая штука, между прочим. Валит зомбари просто вообще на раз-два. Вот это вот все, что мы сейчас делаем, вот, это вот фигня. Это вот по одному зомбику там убивать. Это не про это игра. Здесь их надо убивать огромнейшей. Супер, сука, огромной толпой. И нам как раз-таки надо вон туда, где вон там, около входа стоит огромная куча зомбачков. Завалился поспать? Какой именно, репортер? Нет, ты чё? Он же сюда прилетел, чтобы расследовать дело. И типа договорился, короче, с чуваком, что вертолет за ним. Вот она пошла, родимая. Вертолет, короче, за ним придет через 72 часа. Вот она, родимая. Пошла, моя хорошая, пошла. Опа, опа. Пошли нахуй, нахуй пошли. Нахуй. Так, все. Пойдем на фудкорт. Или я слишком сильно тороплюсь? О, это что, сам чувак?
Твоя подруга отправила меня за тобой. Джесси, что ли? Черт подери. Ладно, обсудим это потом. Ты знаешь, как пользоваться этой штукой? Ну, ни разу в людей не стрелял. Ладно, я тебя отсюда прикрою. Советую держаться от тени. Подберись к цели поближе, хорошо? И что же мне делать, когда я подберусь? Ну, лучшим вариантом будет его пристрелить. Но если тебе это не по силам... Заставь его побегать от пули и не лезь на рожон. Справишься? С фотокамерой управляюсь лучше. Ну да, я постараюсь. Ладно. Когда он опять начнет менять магазин, я прикрою тебя огнем. Я на тебя надеюсь. Двигайся вон туда. Один. Два. Три. Блять, вот... Пауза. Ой, это плохо. Так, мы все умрем. Короче, да, тут чувак присматривает за мониторами, как бы это все круто. Короче, там тоже какой-то журналист. И... Да, вот они, пожалуйста, тебе... главные твои задания, которые ты должен успеть сделать за отведенное тебе время. Так. А что, мы можем, типа... Нет, мы не можем. Окей. Так, бежим. Так. Воу. Так, спокуха. А, мы не можем... А, вот оно как. Единственное, что здесь очень хреново, это управление, ребят. Оно здесь настолько хреновое. Ну, в плане... Того, что здесь нельзя, короче, одновременно бежать и целиться. Так. Ну, я типа не знаю, мы когда-то там его должны убить. Ну, когда? Я вообще, блин, не помню. Ау. Так, погоди. Что он там делает? Кто он там чувакает? Так, он ушел, да? Да, вон он убегает. Бегает, сука, стерва. Ой. Надо прикрытие надо. Так, спокойно. Понял. Оу! А я что-то и забыл. Так, давайте пожрем. Не, подожди. Как его? Так. Так, хорошо. Смотри, сучонок, гранаты у нас кидает. Чё ж за ублюдок-то такой, а? Так, спокойно, у нас есть пожрать, хорошо. Жрём. А, всё, понял. Пистолет. Так, спокойно. Спокойненько. Ой, бежим. Гранату опять кинул, подонок. Да ты, блядь, посмотри, а. Ты чё, блядь, пидор, нарываешься, что ли? Откуда у тебя столько гранат, блядь?
кстати, первый босс, типа, да. Ох, то ли еще будет. Я сейчас начинаю вспоминать, ребятки. Действительно, хорошая игра. Очень крутая. Так. Да ты хватит в меня-то кидать. Ты чё, блядь, попутал, скотина, что ли? Не пойму. Да, блядь. Ну ладно, по крайней мере, мы пока его отвлекаем, Брэд его расстреливает. Ау. Да ты заколебёшь. Какой у тебя гранат? У тебя гранат, наверное, больше, чем у меня патронов. Скотина ты сволочная. Ты посмотри на эту гниду, блядь. Я сейчас отойду. Я сейчас отойду, чтобы он меня гранатами не закидывал. Мразь такая. Ага. Так, у нас был где-то еще пистолет. Жалко, конечно, его тратить. Но так как я супермазильная фаерфоксная херня, то все очень плохо. Так, ну и чё? Где? Где он? Кстати, лучше нож взять. Так, сожрем. Так, молоко. Молоко лучше восстановитель здоровья, кстати. Где этот пидор, блядь? Я, короче, уже столько времени просрал. Где там часы мои? Да, нам надо, кстати, еще успеть чувака того спасти. Бля, да шо ж ты такая мразь, а? Ну-ка, стой, блядь. Сейчас я на тебя нацелюсь, постой спокойно. На, сука. Слава богу, ты дебил. И далеко гранаты ты не кидаешь. Отлично. Все, справились. Здорово, Саёчек. Здравствуй, Саня Грозный. Убежал таки, мразь, а? А сначала клан с нами мило беседовал там на крыше, а? Обычное поедание. Он удрал. Кто он вообще такой? Я не знаю. Ну? Спасибо, что помог. Меня Брэдом звать. Я Фрэнк Уэст, фоторепортер. И мне нужны объяснения, а не благодарности, Брэд. Прости, но я не могу ничего сказать. Слушай. Я не знаю, что тебе Джесси сказала. Но мне кажется, наша совместная работа окончена. Пиши свою статью про зомби, остальное оставь нам. Вы, ребят, вы же здесь кого-то ищете, так ведь? Кто это? Где ты сделал этот снимок? Поможешь мне, а я помогу тебе. Хитрожопый Фрэнк, а? Ты посмотри, как еще ручкой затряс-то. Какой ублюдочек. Вот знаете, все же старые игры мне больше нравятся. У них больше души, что ли? Проклятие. Ты у нас крутой журналюга, да, Фрэнк? Отчаянный, хитрожопый, наглый папарацци, который только и делает, что лезет в чужие дела. Стараюсь. Итак. Твоя взяла, Фрэнк. Будем работать сообща. Я и Джесси, агенты МВБ. И да, мы разыскиваем человека с этого снимка. Вы из Министерства внутренней безопасности? Так он вроде как террорист? Ну да, типа баш на баш. Я сделал этот снимок в главном зале. Прямо рядом со входом. Главный зал? Ты уверен?
Эй! Так ты мне разрешаешь освещать эту историю или нет? Типа, делай, что хочешь. Нельзя снизить качество. Вот мы, кстати, и сделали еще одно дело, да? Так, сейчас нам активно другое дело, но мы пойдем спасем Челика. Потому что времени до его спасения осталось крайне мало. Так, и нам надо поставить нож. Я, кстати, не знаю, почему нельзя поставить качество хуже. Мне кажется, это полный бред какой-то вообще. Так, 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 спокуха, спокуха, спокуха. Я начинаю уже вспоминать, как в эту игру немножечко играть. Тем временем, кстати, ребята, у нас прошло уже 3 часа. У нас осталось всего 68. Ну, идут 3 часа с тех пор, как нам дали относительную свободу действия. А мы всего лишь сделали с вами что? Правильно, мы всего лишь помогли Брэду пострелять в одного чувака. А уже прошло 3 часа. И поэтому думайте, да? Как бы время слишком ограничено. Прям крайне ограничено, я бы даже сказал. Ну, блин, ребят, я честно, я не знаю, как в настройках поставить, чтобы было типа, ну, как надо. Если мне кто подскажет, кто в Твиче шарит. Ну или ладно, ладно. Давайте не так. Давайте типа я обещаю разобраться с этим вопросом. В том плане, что надо посмотреть, можно ли на Твиче сделать так, чтобы качество было приемлемым. Ну, то есть можно было его менять. Потому что, блин, ну на прошлой же трансляции, Снежа, ты же сама помнишь, вы же меняли качество на 480 и тому подобное. Так, вот здесь должна быть какая-то книжка, вот она. Так, что мы уберем? Мы уберем, наверное... Так, книга. Чтобы использовать свойства книги, достаточно просто носить ее. Разные книги обладают разными эффектами. Так, ОП плюс увеличивает атлетическое. Так, и навык плюс. Изучите трюки для езды на скейте, велосипеде или ценные навыки, которые упростят освобождение, сопровождение выживших. Лечение. Прием пищи восстанавливает больше здоровья. Предмет плюс. У предметов, упомянутых в книге, значительно увеличивается прочность. Так, а мы подняли с вами... Что за книгу мы подняли? Предмет плюс. Прочность предмета увеличивает. Это, кстати, очень хорошая вещь. А, например, типа... Alright. Теперь мы с вами, кстати, крутые стиляги с ножом. Мне нравится. Чё бы и да. Хороший стиль такой. Так, нам надо подняться как-то на второй этаж. Хорошо, давайте посмотрим по карте. Так, под вопросом. Вот тут, кстати, есть комната сохранения. Я бы, наверное... Так, надо немного назад. Где-то есть здесь туалет, и я бы, наверное, сходил бы в туалет. Если... Так, нажимайте в ЛС влево и вправо. Да в смысле? Да в смысле? Алло. Ой, беги, блядь. Ёпта, я сейчас, понимаете, я сейчас чуть не сдох. Тупо не сдох. Так. Это очень плохо, надо срочно найти туалеты. Вот так вот обычный зомбарь нас чуть не заебенил. Так, пошел нахуй, пидор, блядь. Даже не вздумай ко мне подбираться. Так, иди нахуй. Так, на втором этаже. Нет, подожди, на втором этаже у нас чувак, которого надо спасти. Нам надо сохраниться. Для начала. Ага. Так, где-то... Подожди, где-то здесь, да? Вот так вот, прямо, да, вот там, вот в коридоре в конце. Опа, шляпа. Опа.
Заебись. Давай, иди уже, блядь. Все. Так, вот они, туалеты. Оно? По-моему, это оно. Так, в толкане можно сохраняться. Сохранить. Отлично. Да, пересохранить. Очень странно. Очень странно, ребят, что нельзя. Вот правда, я тут как бы ни при чем. Я в настройках вообще ничего не менял. Так, теперь опасный стиляга выдвигается на движуху. Сейчас мы, блядь, сдохнем. Пошла нахуй. Пошла нахуй. Вау-вау-вау-вау. Так, спокойно, спокойно, спокойно. Кто-то забаррикадировался в магазине женской одежды. Так, нам добавилось еще одно задание. Здорово, Кент. Здорово, Кентяра. А разве ты не видишь? Я работаю. Я тут снимки пытаюсь сделать. Хорошо у тебя фотокамера, но ты ведь ни черта не смыслишь фотографии, верно? Прости, между прочим, я тоже профи. Может, не такой крутой, как ты, но... Профессионалом себя считаешь? А, ну да, точно. Ты хоть понимаешь смысл слова «профессионал»? Если ты лишен таланта, не используй это слово, будто оно про тебе. Я Фрэнк Уэст, прости, что испортил тебе кадр. Ладно, не буду тебе мешать. Ладно, ладно, погоди-ка, приятель. Хочешь, я тебе помогу? Я посмотрю на твою работу и дам тебе кое-какие советы. Не стесняйся, Фрэнки. Вот я даже для тебя попозирую. Покажи мне, что ты умеешь, а я скажу тебе свое мнение. Классная идея, да? Порой мне кажется, что я гений. Приступим. Так, теперь нам надо его сфотографировать. Фотосъемка. Фотографируй, обратите внимание, что чем крупнее маркер цели, тем больше ОП вы получите за снимок. А также при съемке во время атаки, получения урона и в других нестандартных ситуациях маркер цели сменит цвет на красный. А это значит, что вы можете получить больше ОП. Небольшое-большое количество ОП. А да. Так, эротика, ужас, юмор, драма, жестокость. Так, цвет фотокамеры говорит о жанре текущего снимка. Для начала сделай снимок, когда я демонстрирую свой талант фотографа. Не абы какой, Фрэнки. Так, давай. Блять, не то. Давай. Ну? Блять, ты посмотри, ты чё? Надо, короче, было, когда он фотал, его сфотать. Ага. Понял, как приближать. Идеально, драма. Молодец. Я хорош на этом снимке. Теперь я покажу тебе коронную позу. Получи 700 ОП за мифиты. Так. Вау-вау-вау-вау-вау. Надо было вот сейчас фотать, пока он бил. Вот когда ПП прям вот светится, надо, короче, в этот момент фотографировать. А что тебе надо? Чувак, ты давай бей. Бей, давай. Вот он. Чувак, алло. Чувак, давай, бей, давай. Идеально, жестокой 6000. Вот это я называю удачным кадром. Это должен знать каждый фотограф. Не, ну ты типа круг, да? Да, нахуй. Не, ну так тоже неплохо. Да ты чё, с ума сошел, что ли? Ты хули пинаешь? Блять, не успел. Не успел. А, чё нам надо сделать? Ой. Блять. Хуял ниндзя. Так, чувак, алло.
Нам надо 700 очков, когда он такую позу, да? Принимает набрать. Чувак, у тебя просто сейчас охуенный кадр, ты в курсе? Не, чувак, погоди. Да нет, это без жанра. Да понятно, что ничего не понятно. Так, чувак. Да, блядь, не ту кнопку жму вечно, а. Хотя тоже неплохой кадр появился, да? Так, это без жанра. Блин, у нас осталось 10 кадров. Хреново. Должен поймать момент. Слышь ты, блядь, ты охуел, что ли? Да ёб твою мать. Пока не буду тебя фотать. 9 кадров всего осталось. Сейчас провалим задание. Зомби спит такой. Идеально, вот он. Да слышь, чувак, какой боринг. Все, я сделал. Алло, ты меня заебал. Я сделал на 700 очков, как ты и хотел. Или просто нам нужно сделать много-много-много кадров. Просто макушку, блять, фото. Вот это фотограф от бога. Там сзади тебя, телочка. 777 очков. Я уже уровень, блять, заработал, алло. Ты как бы видишь, у тебя там зомби пытается убить. Отлично. Слышь ты, блядь. Чувак, 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 чувак. Ты как бы в курсе вообще, о чем мы тут делаем вообще, нет? Там ничего, сами себя жрут. Окей. Хорошо. Короче, я так понял, ты уже все, ты меня бесишь. Так, пара за баррикадой. Погнали. Время только потратил с этим дебилом. Но зато, кстати, уровень получил. Так, тут еще опять звонки начали поступать. Так, заметил женщину в ювелирном магазине в зале Альфреско. Она ошивается там довольно долго. Так, чувак. Пошел нахуй. Ты как бы меня уже заебал. Надо было ответить на звонок. То, что мы не ответили на него, это означает очень плохие штуки. Кстати, уже темнеет. Заметил женщину в ювелирном магазине. Да я, блядь, понял, алло, заебали. Так, материнское горе. Не, материнское горе еще достаточно времени, чтобы его пройти. Так, подожди, пара за баррикадой. Так, это раз. Это у нас кто? Короче, здесь больше всего вопросов, поэтому бежим пока вот именно туда. Вот когда станет ночь, настанет, это будет пизда, ребят. Ночью здесь страхово. Реально. Сейчас пока еще что, вечереет, как бы. Пока еще. Нам надо вот как бы попробовать спасти как можно больше челиков. Это нам поможет в дальнейшем. Ну, типа карм, все дела. Так, ну чё, будем пытаться пробиваться.
Да слышь. А, дошел. Сука, может как-то надо крутить, а не влево-вправо делать. Че он там делает, блядь? Порутый, что ли? Так. Так, надо здесь жрачки набрать. Брэд ебаквак нахуй. Он сейчас сдохнет. Я вам отвечаю, он сейчас сдохнет просто. Пойдем ему поможем. Он дебил, блядь. Он стоит в зомби, блядь, тыкается. Так. Охуенно, блядь. Брэд, ты дебил, блядь? Или как? Алло. Брэд, бредятина. Чё там делаешь, придурок? Алло, Брэд. Ты чё, сдохнуть хочешь? Окей, давай пробуем. Вот, да, походу надо крутить, короче, все же. Брэд, ты чё тут встал? Я вообще не помню, чтобы он здесь зависал. Он чё-то ебаквак какой-то прям конченый. Чё тут делает? А, надо с ним идти, типа. Брэд, блядь. О, да. О, да, сука. Вот это я уже люблю. Так. Что-то там кто-то ноет, по-моему, нет? Так, кто-то там что-то где-то орал. Короче, это, можно сказать, первое мое прохождение вспоминатичное будет. Потому что я вот на самом деле вот прям, ну, нихуяшечки прям, не помню. Так, да нахуй нам, когда у нас есть бензопила, нахуй нам нож будет. Брэда нахуй тоже сейчас распилим, блядь, придурка этого ебучего. Так. Эй, дебилы! За мной, блядь! Так. Так. Алло, дебилы, идите сюда, блядь. Так, Брэд сейчас там сдохнет. Ау! Ты чё мне въебал-то? Эй, чуваки! Э! А ты чё меня бьёшь-то? Я у тебя за эту жрачку спизжу. Ты охуел, что ли? Прикиньте, чё творят. Чё, блядь, пидорно? Тебе въебать, что ли, не пойму. Э! Я у тебя ещё сейчас вот так сделаю. Я хотел с тобой по-хорошему. А придётся у тебя всё отобрать. Ну вот и сдохни тут. Не хочет спасаться, прикиньте. Да он вообще любит зомби потыкаться, дебил, блядь. Или вообще потыкаться любит, не знаю, чё он с ним. А, вон она, Лия, здорово. Эй, Лия. Грейс, Грейс, где Грейс, моя девочка, верни мне ее. Ты в курсе, что сзади зомби? Короче, тебе пизда, да? Так, крутим, 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 крутим. Так. Да ёб твою мать. Пошли, блядь, нахуй. Чё, устал, что ли? Так. Тупая.
Сейчас мы разберемся вот с этой толпой. Все, ебало завалил. Так. Давай, 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 давай. Так. Да, давай тебя в безопасное место отведем. Ой. Оставить ее. О, отлично. Теперь она идет с нами. Так. Где наш Брэд, блядь, Пит? Пошли, блядь, дура. Ты идешь? Ты че еле плетешься, ебала? А, понял. Так, погоди. А, значит, мы можем... Что это? Это переходы, по-моему, на базу, да? Или нет? Нужен ключ от служебного туннеля. Так, Брэд, где ты, Пит? Алло, дебил. Ты где, блядь, придурочный, нахуй? Так, ну Брэд, вроде ему неплохо. У него половина хп есть еще. Пойдем быстренько отнесем эту ненормальную. Блять, а как далеко ее нести-то надо будет? Пиздец, как далеко надо будет. Алло, дебил, блядь, ты гопник ебаный, пошли нахуй. Спасаться. Блять, это надо будет там аж прям проходить. Не, подожди, давай-ка мы нет. Стой, стой, стой. Брэд Питт, пойдем. Вернемся обратно. Блять, зря я столько времени потратил. Здесь в этой игре время вообще тратить нельзя. Тем более, учитывая, что сейчас начереет. А то, что начерит, это не есть хорошо. Так, 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 так. Так, Брэд. Брэд, пойдем, пойдем. Я уже вижу, куда ты меня зовешь, мой маленький пупсик. Пупсичек, подожди меня. Прикрой меня, прикрой меня, Брэд, Брэдяра, Брэдяра, пойдем. Все, пойдем. Главное жал. Так. Ну, по крайней мере, здесь нет зомби. Я не знаю, насиловала ли она его, но мы, по-моему, сейчас открыли короткий путь. Вроде бы как. Ага, и бабу оставили там, да? Охуенно вообще. Так, Лейка, ну-ка иди сюда. Так, ну Брэд, по крайней мере, жив. Это хорошо. Так, что тебе надо? Сэр, будьте добры, пройдемте с нами, и мы разберемся с этим вопросом. Я никуда не пойду, пока вы не обеспечите мне безопасный проход через эти... Откройте ворота для вашей же защиты. Спасибо, никаких ворот я открывать не буду. Я оставлю здесь, потому что тут безопасно. Спасибо и до свидания. Доктор Брамбли. Прощайте. Ну и что случилось? Вы же не можете его просто арестовать. Я предложил обеспечить его защиту, а он ушел. Сказал, что он никуда не пойдет, пока я не гарантирую ему безопасный выход отсюда. У Джесси есть прямая связь со штабом. Первое, что нам нужно сделать, запросить подкрепление. Это, конечно, классно, но мы оставили тёлку. Так. И осталось нам еще одно дело, которое нам нужно успеть активировать. Так, подожди пока, стой. Блять, что ж такое-то? Так, это жрачка. Давай возьмем. Вот и наступила вечерняя пора.
Я, кстати, думаю, что мы сейчас спасем нашу ненормальную бабу. Увидели мы, кстати, с вами этих зомбарев, да? Сейчас мы спасем, короче, эту ненормальную бабу. Да, блядь, да что ж я жму-то по 500 тысяч раз. Так, все, ты, пошли. А, где выход? Так, склад только для персонала. Проблема в том, что я не помню, куда идти. Фудкорт. Парадайз Плаза. Так, нам вот сюда. Значит, сейчас направо. Нельзя так отключаться, это невежливо. Так вот, что я хотел сказать. Фрэнк, ты сейчас в районе главного зала. Вижу, тебе удалось открыть вход. Если захочешь переодеться, новые тряпки, просто бери и бла-бла-бла. Бла-бла-бла. Так. Че я туплю? Так, направо. А, там перекрыто сейчас. Понял. Так, значит, а нам куда надо? Так, подожди, сейчас мы поставим на часах временное соглашение. Нам показывают, куда нам надо идти, и мы идем туда. О, бля, пизда тебе, баба. Мы тебя не донесем, походу. Ёбаный бобаный. Так, спокойно. Так. Баба, стой. Беру. Я тебя не отпущу пока что. Вот сейчас они ебанутые в край. Они сейчас быстро бегают. И надо сейчас быть максимально аккуратненьким. Прям вообще аккуратненьким. Потому что мы отвечаем не только за себя, но мы еще и таскаем за собой. Ой-о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 й. Спокойно. Пошли нахуй. Меня здесь нет. Я зомби? Уйди, блядь. Так, спокойно. Так, ты тупой. Фух. Вот сейчас не самое лучшее время, как бы, чтобы отвечать на телефонные звонки. Да. Так, ты там давай даже, да, ага. Ой, блядь, пизда, мы ее точно не спасем. Мы точно ее не спасем. Промазал, неудачник. Целься точнее, братан. Отлично, похоже, у нас появились новые участники. Я вынесу этого чувака, утащу его бабу. Да. Пиздец. Я не знаю, какого хуя здесь заключенные. Но мы точно сейчас проебем все. Так, блядь, бежим нахуй. Там еще и Софи. Мало того, что здесь Лия, которая тупит, блядь, и стоит на месте, теперь тут еще и Софи, нахуй. Вот как? Куда, блядь? Где тут безопасная зона? Так, Софи. Детка, беги. Ну, примерно она в ту сторону бежит, куда нам надо. Это хорошо. По-хорошему, надо их, конечно, завалить. Но сейчас это вообще невозможно. Поэтому лучше просто бежим. Так, Софи. Помогите, на помощь. Здорово. Сюда иди. Так, сейчас за нами идет. Все, пошли. Бегом. Бля. Иди сюда, Софи. Софи. Сестренка, сюда, блядь, иди. Обходим.
Нам сейчас придется обойти. Пускай эти придурки стреляют там. Так, Софи, ты пройдешь? Я надеюсь. Ага. Ну здорово, дядьки. Беги, сука, беги! Ау. Пизда. Да это наше прохождение все, блядь. Бля, да что ж ты? Да. Нет, 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 стой, стой. Стой, 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 стой. Да, блядь, подожди, чувак. Да подожди. Пиздец. Все, короче, мы походу не пройдем. Чувак, да ты рэпчик читаешь там что ли? Не пойму, блядь. Убили, убили одного пидора. Так, осмотреть. О, да, сука. Неплохой щит. Но я думаю, что на этом... на этой плохой ноте мы пока закончим с вами стрим. Потому что, во-первых, у меня уже полвторую ночь. Мы играем, конечно же, всего полтора часа, но... Время бесщадно, беспощадно, я бы сказал. Вот. Так что, вот такой вот коротенький стримчанский получился. На затравочку, скажем так. Вот, я, короче, выложу это видео на YouTube. Я его сейчас скачаю, обрежу начало, чтобы мне не дали пизды, да, за правообладание. Вот, и, скажем так, сделаю опрос, проходить ли нам эту игру дальше. Я знаю, Снежа, ты скажешь, что да, проходить. Тебе без разницы, что я прохожу, поэтому, в принципе, как бы, понятно. Но надо спрашивать народ, который народ. Вот, поэтому, спасибо, что сидели со мной. Хоть ты сейчас опять же осталась одна со мной. Короче, все как обычно. Снежа осталась одна со мной. Наедине. Вот. Так что все. Пока. Пока-пока-пока.